Водитель, куда мы едем? Я же сказала вести меня домой. Простите, мэм, но дорога по вашему адресу закрыта на ремонт. Мы едем в объезд, через игрушечный завод. Говорят, там есть магазин игрушек. Я уже давно ничего не слышал об этом заводе. Но вы правы, там есть небольшой магазинчик и детский уголок. Тогда остановите возле него. Мне нужно кое-что сделать. Как скажете, мэм. Любой каприз за ваши деньги. Тут кто-нибудь есть? Почему меня никто не встречает? Что за невежество? Наверное, в туалет пошли. Ладно, я и сама найду ваш игрушечный магазин. А, вот и он. Боже, какой бардак. И товаров маловато. Наверное, тут прокатилась волна покупателей, которые перед праздниками решили закупиться подарочками для своих глупых детишек. Ну а я чем хуже? Нужно Балди подарить игрушку какую-нибудь, хоть раз в жизни. А то он думает, что я его совсем не люблю, раз никогда не дарила ему их. А я вот возьму и подарю. Пусть только попробует после этого не учить уроки. Кто там? Чего вы прячетесь? Я же видела, что там кто-то есть. Не бойтесь, сегодня я добрая. Выходите и обслужите меня. Я хочу купить у вас какую-нибудь игрушку. Странно. Тут никого. Послышалось, наверное. Вот, неплохой вариант для мальчика. Подарю ему этого уродца. Парниша будет вне себя от радости. Где же продавец? Ну что за непрофессиональное поведение? У них что там, у всех запор случился? В туалет все побежали? Ладно, оставлю денежку на полке. Думаю, они догадаются, что я не украла игрушку, а купила. Ну что, мэм? Все еще работает их магазинчик? Да, работает. Привозите своих детишек сюда. Обязательно. Думаю, им понравится. Слышал как-то, что завод закрыли. Из-за того, что тут таинственным образом пропали все работники. А раньше чего не сказали мне об этом? Это сплетни. Я так и знал, что это все страшилки для детей. Что такого не могло произойти? Вот вы сами подтвердили, что магазин работает. А значит, и завод не закрыт. Давайте уже поскорее ехать отсюда. Что-то у меня плохое предчувствие. А может и мне зайти? Купить какую-нибудь игрушку для сына? Сколько она стоит? Если ты сейчас же не увезешь меня отсюда, я тебе знаешь, что сделаю. Я тебе не заплачу. Все, все, я понял. Клиент всегда прав. Балди, ну где ты, негодник? А я тебе подарочек привезла. Что же будет дальше? Об этом ты узнаешь в следующей серии. А сейчас поставь лайк и поделись роликом с друзьями. Ну и подпишись, наконец. Не ленись. Карпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Карпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, да. Yes. О да, детка.